Уважаемые череповчане, от лица команды «Северсталь» я поздравляю вас с наступающим 2012 годом. И хочу пожелать вам счастья, здоровья и благополучия. Пусть Новый год станет для вас по-настоящему новый. Оставьте все неудачи, невзгоды, прошлое. И вперед новым вершинам и новым свершениям. С праздником вас, уважаемые болельщики. С Новым годом. Уважаемые болельщики, от лица команды «Северсталь» я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Каждый раз, выходя на лед, мы стараемся порадовать вас хорошей, красивой игрой. Но бывает и так, что иногда что-то не идет, что-то не клеится. И в эти минуты на помощь приходите вы и своей мощной поддержкой гоните нас вперед. Спасибо вам за это. Надеемся, что и в Новом году вы также будете поддерживать нас. Счастья вам, здоровья и удачи в Новом году. Капитан команды «Северсталь» Евгений Петров. Когда я ехал в Череповец, мне говорили, что здесь отношение болельщиков к вратарям особое. И это действительно так. На каждой игре я вижу, как вы болеете за нас. Чувствую вашу поддержку. Спасибо вам за это. С такими болельщиками хочется показывать свой лучший хоккей, свою лучшую игру. А лучшая игра – это игра на ноль. Сегодня я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам быть преданным своей команде и быть ее надежной опорой. С праздником вас, с новым 2012 годом. Как воспитанник череповецкого хоккея, я хотел бы поздравить с наступающим Новым годом всех, кто помог мне стать профессиональным хоккеистом, и тех, кто на протяжении долгих лет верил и поддерживал меня во всем. Ведь без поддержки родных и близких очень трудно добиться высоких результатов. Верьте в нас, собирайте за «Северсталь». С наступающим вас Новым годом, нападающий команды «Северсталь» один шпачок. Хоккей – это наша жизнь. И каждому хоккеисту важно знать, кто в нас верит и болеет за нас. Поздравляю всех болельщиков с наступающим Новым годом. И желаю счастья, здоровья вам и вашим близким. Пусть все ваши желания в Новом году обязательно сбудутся. Удачного Нового года вам и Рождества. Всегда ваш Василий Кошечкин. Дорогие наши болельщики и болельщицы. Команда «Северсталь» поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Новый год для хоккеиста – это один из немного праздников, которые мы можем провести в кругу родных и близких. Поэтому в канун Нового года мы желаем вам, чтобы ваши близкие больше радовали вас. Чтобы в ваших домах всегда было тепло и уют. Чтобы в ваших семьях чаще смеялись дети. А ваши родные поддерживали и верили в вас. Желаем вам удачи, успехов во всех ваших начинаниях. Здоровья, благополучия вам и вашим близким. Пусть будет все, о чем вы мечтаете, и свершится все, к чему вы стремитесь. А мы будем стремиться радовать вас своей игрой. Потому что мы с вами одна большая семья. Приятных вам новогодних и рождественских праздников. С Новым годом! Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. С Новым годом, с Рождеством. God jul och gott nytt år. С Новым годом, болейте со всеми.